Для любителей рыбы и морепродуктов предлагаю рецепт отличного салата, сытного, вкусного и полезного. В нем хорошо сочетаются все ингредиенты. Подавайте на закуску в будние праздники. Готовится салат 35-40 минут. Но если вы заранее сварите рис и горбушу, уйдет не более 15 минут. Майонез можно заменить сметаной или взять сметану с майонезом поровну. Специфический кисловатый вкус морской капусты хорошо сочетается с отварными яйцами, горбушей и луком, придающим небольшую остроту. Салат простой, но очень вкусный. Горбуша свежая, 300 грамм. Морская капуста, 150 грамм. Яйцо куриное, 2 штуки. Рис отварной, 3 столовые ложки. Лук репчатый, 1/2 штуки. Майонез, 3 столовые ложки. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций 3. Подготовьте ингредиенты для приготовления салата. В миску выложите отварной рис. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите, мелко нарежьте. Добавьте в салат. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте произвольно. Я нарезала полукольцами. Добавьте морскую капусту. Горбушу отварите в подсоленной воде 15 минут. После рыбу охладите, удалите косточки и выложите в салат небольшими кусочками. Заправьте салат майонезом. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Салат из горбуши и морской капусты готов. Подавайте на закуску.